я проголодался. Чего бы такой еду-то напал, а? Наверное, к выходным. Завтра погоду обещали. Возьму тебя на дачку, начнешь землю обрабатывать, картошечку посадим, осенью получим экологически чистый продукт. Я вижу, что ты довольна. Вернись! Ну, я и нет, ты видишь? Ну, я хочу сказать тебе что-то важное. Давай после еды, а лучше после матча. Ну, давай вообще после всего. У тебя горчицы есть или соус какой-никакой? И напрасно ты стала делать котлеты с творогом вместо хлеба. Или не наешься? Что, я не могу? Ты что такое? Что у тебя все сыпется? На работе, что ли? Наверное, все так и должно быть. А, под настроение, значит, и да? Настроение. Я ухожу от тебя. О, а вот это правильно. Смени впечатление. А у меня финал по ящику. Ухожу! Надолго. Пиво осталось? Я не знаю, у нас осталось хоть что-нибудь. Отлично. Кстати, теща привет. Вот теща, да? Ну хоть бы раз за 20 лет привет передала. Ну хотя бы раз. Привет передам. Дальше что? А что дальше? Все равно ты будешь все отрицать. Смотря что. А все и всегда. Да не все и не всегда. Да не буду я с тобой спорить, но все и всегда. Ладно, давай. Конкретно. Конкретно? Твоя мать была против, чтобы ты выходила за меня замуж. 20 лет назад. Ой-ой-ой, делаешь вид, что не помнишь. Да не помню. Помнишь, но отрицаешь. Не отрицаю. Признаешь? Признаю. Тихо. А, ерунда. Так, как мочом. Ты серьезно? Серьезно. Доволен? Очень даже доволен. Только мне уже на все наплевать. И мне уже все равно. Я ухожу. А, это я уже слышу. Давай вернешься. Никогда! Ну, что ты психуешь? Ну, что психуешь? Ты всегда злишься, когда я прав, а? Ты куда с таким чемоданом-то? Там что, белье грязное, что ли? Ладно, давай помогу до такси принять. Я сама. О, пожалуйста, пожалуйста. Мне еще лучше. Там на столе лежит письмо сыну. Смотри, не выброси. От кого? От меня. Ладно, передам. Значит, так. Я от тебя ухожу, а на развод подам позже. Ой, ну нашла время, а? Ну матч вот-вот начнется. Ну, ну чего ты? Ну извини, ну просто так совпало. Ну давай потом трогаемся. Ну давай, ну потом, потом. А, ну давай потом, пусть помиримся. Вот молодец. Ну пока присядь, успокойся. Ну что ты, не психуй. Займись чем-нибудь, вон новости посмотри. Да смотрела я уже эти новости. И вчера, и позавчера, и далее вглубь сегодня другие новости. Я от тебя ухожу. Да я уже это слышу, не в первый раз. Зато в последний. Ой, ну 300 грамм всего, максимум. И хорошо закусывал, пьяный не был. Ну что ты вид такой строишь, ёлки-палки. Хорошо, пожалуйста, приспись, уходи. Но предупреждаю, все кончится очень плохо. А ведь главное картошку не посадить, вот что обидно. Да я вообще хотела от тебя уйти и ничего тебе не сказала. А потом решила, ну все-таки 20 лет. И я хочу тебе сказать, прощай. И все за 300 грамм? Да хотя бы за пол-литра. А? Ты хоть соображаешь своими куриными мозгами, да, что ты говоришь? Ты знаешь, сколько сейчас мужики пьют каждый день? А я иду тебе на уступки. Я пью всего один раз в неделю. Ну да, если особый случай. Хорошо, полтора. И это нам не нравится, да? Ну тебя-то я пить не заставляю. Не нравится мне пить. Ну почему я должен не пить, если это не нравится тебе? Я что, маленький тебе подчиняться, что ли? Ты хоть да понимаешь, что ты от меня требуешь, а? Чтобы я не пил вообще. Ну это абсурд какой-то. Даже стыдно слушать такие вещи. Все, заканчиваем скандал. Маш, начинается все. Давай, давай. Я на тебя не обижаюсь. Я на тебя уже даже не обижаюсь, и переделывать я тебя тоже не собираюсь. Ну что ты все... Я просто ухожу. Ну что ты все одно и то же. Других тем нету, что ли? Ну хорошо, признаю, отчасти. Ну посмотри, вот посмотри, какие ребята, а? Посмотри, думаешь, они не пьют?
Пьют? Да еще как. Ну их туда помалкивают, а? А мне уже все равно. Теперь это только твое личное дело. Я извинился уже. Ну что ты все загуляешь, а? Все, хорошо. Будем считать, что ты извинился, а я тебя извинила. Ну и ступай к себе, мамочка. Ступай к себе, теща. Прощай. На второй минуте голос! Господи! Ну давай хоть расстанемся-то друзьями, а? Гол! Мужем и женой прожили 20 лет, а друзьями так и не стали. Давай хоть расстанемся-то друзьями, а? Ладно, не буду отвлекать. Прощай. Ну что ты опять устраиваешь, а? Ну с какими глазами вернешься? Что? Да ни с какими глазами я к тебе не вернусь, понимаешь? Ни с какими, все, я ухожу навсегда. Ну, погоди, ну чего ты психуешь? Разберемся. Сейчас матч закончится, перерыв скоро. И мы во всем разберемся. Ну займи себя чем-нибудь. О! За пивом сгонять? Вот это будет хорошо. Так я сгоняю. Молодец, давай. Ну, давай. Ты чего? Что? Куда ты? За пивом. С чемоданом? А что? За пивом с чемоданом? Ну да. Я ж не собираюсь ни с пивом, ни без пива возвращаться. Вот так, значит, вот да? Вот так. Уперлась. Похоже. Значит, есть причина. Ну и есть, конечно. Ну выпил. Выпил. Но пришел домой тихо. Не скандалил, не ругался, тебя не бил, ну чего-то еще, а? Нет, он просто вернулся под утро. Сел на кровать, забросил спиннинг и начал ловить рыбу. А потом как зарет, да в этом же месте совсем рыба не водится в июне-то. Ну рассмешить же хотел. Тебе это удалось, тем более, что сейчас не июнь. А в март. И что? Из-за этого ты решила меня бросить? Ну, конечно, не совсем из-за этого. Ну, а из-за чего? Ну, давай, говори, перерыв скоро кончится. А, так может, тебе что-то позвонил кто-то или как? Ну, да. Да, и что-то про меня наговорили, небось. А ты и поверила, да? Вот так вот уши развесила по телефону, да? И сглотнула. А могла бы меня спросить, что правда, а что нет. Мне-то лучше знать. Хочешь знать правду, а? Нет. А я тебе скажу, хоть мне это и претит. Вот тебе правда, ничего там не было. Мне уже все равно. Ну. Поздравляю. Сначала разберись. Ты сначала разберись, вот и до, а потом и психуй. Да? Вот нормальная позиция, да? Ты нормальная женщина. Нет, я не буду ни в чем разбираться, и не хочу я ничего слушать от тебя. Ой, ну выпил вчера, бутылось, на квартире. У Сашки юбилей был. Пить-то надо? Надо. А что я, по-твоему, должен был? Бросить его в такой момент и к тебе бежать трезвеньким, да? Ну да, абсурда, не доводи. Тем более там были одни мужики. Но мужики и Людка, это же естественно. Людка член бригады, плитку, между прочим, хорошо кладет, ас, между прочим. Ну сидим, выпиваем. И стали мужики меня подначивать. Ну только я один через Людку не прошел. Подозрения всякие там, шуточки. А тебе что, приятно, когда про твоего мужика такое говорят, а? Ну я с пьяным-то завелся, прижал так Людку в углу. Да ненадолго. И все равно ничего не получилось, ну правда. Даже начать не мог. Но если получилось, стал мне перерассказывать, а? Это тебя оправдывает, а меня утешает. Да нормально это. Я женатый человек, мне-то вообще ни к чему. Мало ли какая задумка придет. А тебе, небось, наговорили, а ты нафантазировал. Было, да? Ну не было. Ну что, Людку тебе привезти, что ли? Чтоб она подтвердила-то. Ну, задумка была, да, но сам процесс не пошел. Ничего не получилось, да.
Ну, мало какие мысли спьяну в голову придут. Если за мысль наказывать, так у нас всех мужиков по тюрьмам сгноить надо. Ой, можно подумать, ты мне изменить никогда не мечтала. Мечтала? Чего? Да! И сколько раз? Много. Вот так, да? Вот так. Понял. И что же ты понял? Ну и тварь, а? Изменяла мне, значит. Мечтала! Еще хуже! Мечтала она. Пиво осталось? Я пиво не пью. Да, ты не пьешь. Ты хуже. Коньяк. Я-то был коньяк. Мы с Сашкой в тот раз вторую не допили. Вторую пиво нас отобрала. Ага. Вот он. Ну, третий гол уже, а? Четыре. Вот так и пропускаешь жизнь, все самое лучшее, а? Все мимо проходит, а? И о чем же ты мечтала, а? Я мечтала о некоторых мужчинах. Да? Да. И как же вот так вот все это подробно мечтала? Ну, о некоторых, а? Ой, дурак, а? 20 лет с ней прожил и ни разу не изменил, а? Я даже могу сказать, обхохочешься, а? Ничего, теперь наверстаешь. Наверстаешь? Да я за 20 лет квалификацию с тобой всю потерял. Ой, сейчас заплачу от сочувствия. Ой, упустил, не доглядела. Ты как о ком-то мечтала-то, а? Ну, мечтала и мечтала, что ты теперь? Что, вот так вот подробно? И ну, конкретно, ну, да? Ну, иногда. Вот то-то, да. Ну, и тебе не стыдно такое мне в глаза швырять, ну, а? Ну, как жене, как женщине, как матери, не стыдно, а? Не могу, нет. Ну, сам дурак. Он дурак, козел, а? Бывало, вижу бабу, а? Все, блин, ноги, грудь. Так вот внимательно смотрю на нее, подробно рассматриваю и думаю, не надо мне, у меня жена для этого есть. Никогда, ни разу, даже в мыслях, ты всегда у меня была первой, единственной, главной, самой главной. Вот хочешь вверх, но это истинная правда. Спасибо. Ага. Значит, мне так, пора. Веришь, а мне не веришь, да? Ну, верю, не верю. Ну, что теперь от этого, ну? Нет, тебе кто-то наговорил, и ты теперь унижаешь мое человеческое достоинство. Слушай, я ухожу от тебя с прекрасным к тебе отношением. С искренним, прекрасным к тебе отношением. Я тебя бросаю. Да знаю я, о чем ты. Знаю. Но столько лет прошло. Давно это было, а? Так я не понимаю, ну, если бы я знал, что ты в курсе, да ну тебе сам сознался. Вот я представления не имею. А ты спроси, я скажу. Нет, я спрашивать не собираюсь. Да ничего там не было, вранье все это. Ничего не было. Где не было? В той командировке. А в этой? В какой? Ну, сам знаешь. Ты про Саратов, что ли? Так это было еще при социализме. Что случилось с тобой в Саратове при социализме? Вот тут попрекнуть можешь. Имеешь полное право. Попрекай, стерплю. Был этот единственный раз. Зачем попрекать в такую минуту, когда мы расстаемся? Ну я не верю, что ребенок мой. Что? Ты не веришь, что ребенок? Ах ты! Ты что, с ума сошел? Прекрати, не надо! Стой! Не верю, тебе запрещаю! Да прием! Да стой! Ты да представь мне! Завода! Или мне первому! Ну, проводила она меня вечером после работы. Засиделась в гостинице. А по темноте возвращаться испугалась. Ну, осталось, ну, выпили. Надо ж как-то время-то проводить. Не стихи ж рассказывать. Я не помню ничего толком. Она утром просыпается, хихи-ля-ля, веселая такая. У меня башка трещит, все впечатления. А потом звонит сюда, названивает. Привет, привет, я беременна. Здрасте, я что, единственный мужик на город Саратов? Мало ли там беременных-то. А через год снова звонит. Приезжай, посмотри, кто у меня родился. Да кто у нее родился-то может, а? Я что теперь, должен по всем городам разъезжать? Я в командировках был. И смотреть, кто у кого родился. Ну, не мой ребенок, не мой.
Если ребенок вообще имел место быть, а? Значит, это, сука, и тебе не позвонил. Нет. А откуда что узнала? От тебя. Только что. Это надо запить. Да. А помоги-то, за что дала? Так я ж думала, ты про нашего ребенка говоришь. А что с нашим? А наш ребенок — это мой ребенок. Сомневаешься? Ну еще бы. После всего, что ты мне тут наговорила, я теперь во всем сомневаюсь. Да у меня, кроме тебя, не было ни одного мужчины. Не верю. Чему не веришь? Что у тебя никого никогда не было, кроме меня. И не будет. Я сказала, что не было. Но я не говорила, что не будет. Будет! Я надеюсь, что будет! Господи, ну за что мне это? При живом-то муже все для тебя, ну за всю жизнь слова плохого не сказал, а? Сказал! Когда? Не припомню. Напомнить? Может быть, замахивался. Может быть. Но я только сама дала повод. Без повода. Не помню. Вот все равно не помню. Напомни. Да что ты все напомни, да напомни. Для женщины в семейной жизни главное терпение. Вот я вспыльчивый, но отходчивый. Нару и тоже забуду. Но ведь в жизни руки на тебя не поднял. Поднял. Замахивался, да. Было дело, но не ударил ни разу. Было. Не было. Напомнить? Да что ты все напомнишь, да напомнишь. Ну давай, валяй, напоминай, ты это любишь. Все к одному. Матч закончился, счет неизвестен, коньяк кончается, другого нет. Давай, валяй, все к одному. Это было, когда Лёлику исполнился год. Не вмешивай сюда ребенка, сына ты при чем? Слушай, я тебя не перебивала. Лучше бы перебила. В общем так. Это было, когда Лёлику исполнился год. 18 лет назад, а? И что 18 лет? Раньше что, другая какая-то жизнь была? Или мы начали с тобой жить только что? Ну давай, вали, топчай, топчи, у нас же унижай. Ты это любишь, давай. Значит, давай. Ты назвал гостей. Еще бы, год сыну исполнился. Для меня праздник. А что, для тебя не праздник, что ли? Для женщины вообще не понять про мужчину его сына. Сын это святое. Ну и напился же ты тогда. Я сама по глупости две бутылки купила. Ты три приволок. И гости. Ребенку подарков принесли на 3 рубля, а выпивки на 100. Нехорошо друзей осуждать. Нехорошо. Да? Вот они пили, пили. Господи, я ребенка укладываю. Я не могу его никак уложить. Он просто не спит. Только начали расходиться. Этот ко мне. Сбегай к соседке, займи денег, хорошо сидим. Вот я и шепчу ему, убирайся ты и забирай своих кретинов. А ты, как размахнешься, да с пьяну попал не в меня, а по Лёлику. Ты помнишь, он у нас какой-то тревожный, потом 2 года вот был. Вот так, как ты рассказываешь, сама виновата. Спровоцировала. Ну, видишь, человек выпил. Праздник, гуляй, а ты скандал. Но, если честно, я ничего этого не помню. Не помнишь? Не помню. А ведь самое главное, что ты ведь искренне не помнишь. Ну. Так, стоп, подожди. Я тебе расскажу о себе. Мне тогда было 8 лет. Мою маму генерал позвал к себе на дачу преподавателем английского языка. И разрешили взять меня с собой. А я тогда из деревни. Вся лысая, шей нахваталась у меня в стригле. Вся шелушусь, перезагорала. А у этого генерала была внучка. Такая вся в кудряшках, глазки голубые. Она ко мне даже брезговала подходить. А потом начала она играть в парикмахерскую. И остригла свою собачку. А за столом крик. Кто остриг собачку? Кто сидит голубыми глазками, лупает? Ее все жалеют, а меня орут. Но они же все знают, что не я тогда отстригла ту собачку. И еще не понимали, что я про них
Все тоже понимаю, моя мать меня так за ухо дергала, что сама пунцовая стала. Ну зачем она так? Ну не бедствовали же мы тогда. Ушла я в сад. Какая-то собачонка бежит за мной, хвостиком виляет. Я как размахнусь, как дам ей ногой. Никогда, никогда я не смогу этого забыть. Да брось ты! Сдохла давно же твоя собака. Вот именно сдохла, понимаешь, сдохла. Я у нее прощения попросить не смогу, а ты ребенка ударил и даже не помнишь, как с тобой жить. Так 18 лет назад. И что, только теперь ты решил от меня уйти? Да и не могу я уже больше. Не посильно мне уже. Да что еще-то такое? Ну, если ты сам, Хоми, хоть что-нибудь бы вспомнил, у меня бы хоть надежда какая-то была. Да откуда я могу помнить? Что я, компьютер, что ли? Ну, ты говори, я послушаю. А кто меня любимой работы лишил? Кто? Ты. Какой работы? Любимой, по специальности. В библиотеке, что ли? Да. Ой, должна быть мне благодарна. Счастлива должна быть, что я тебя выдерну из этой богадельни. От этих старых дев, занудных стариков и приставучих школьников. А я неблагодарна и имею право. Я институт культуры закончила. Факультет библиотечный с красным дипломом. Я знаю. И всегда этим горжусь, между прочим. Ой, а почему я закончила именно этот факультет? Ну, самый подходящий для скромной и умной девушки. Да потому что я всю жизнь мечтала стать библиотекарем. Нашла, о чем мечтать. Вот я всю жизнь мечтала стать летчиком-испытателем. А стал прорабом. А я мечтала стать библиотекарем и стала им. А ты оторвал меня от всего, что я люблю, от моих книг, от всего, понимаешь? Наш сын из школы бежал сразу в библиотеку. И пенсионеры помогали ему делать уроки. А старые девы поили его чаем. Так и влюбился он там первый раз в приставучую школьницу. А ты лишил меня всего этого, даже не задумываясь. Зато на компьютере выучил. Чему? Платежки заполнять? Цемент в Норильск, цемент в Чечню. Да я к вечеру такая тупая делаю. Я хочу почитать, слова-то вижу, а смысл я не разбираю. Да ты просто разучилась работать в этой своей библиотеке. А я еще не научилась такое называть работой. А чего работа стыдится-то? Нечего стыдиться. Вот представьте себе. Государственная фирма. А, государственный завод изготовляет цемент. А наша капиталистическая фирма этот цемент скупает и продает потом втридорого. А почему? Потому что директор завода дядя. А президент нашей компании племянник. Вот дядя с племянником делят миллионные прибыли, а рабочие сидят без зарплаты. Но только ты забыла, дорогая моя, что на этой самой фирме ты имеешь тоже очень хорошие денежки. Но да. Недостаточные, чтобы моя совесть заткнулась. И зачем же ты так? Ну не бедствовали же мы с тобой. Ну дачу же начали строить. Я и рассудил по-нормальному. Чем больше денег, тем лучше. А ты чего молчала сама-то, а? Я что, экстрасенс, что ли, твои мысли читать? И ведь главное для кого дачку строю? Для тебя. Чтобы ты там с внуками сидела, отдыхала, книжки им разные читала. Мне-то эта дача на кой, а? А ты меня хоть раз спросил, чего хочу я? Спрашиваю, чего хочешь ты? Путешествовать! Запросы! Ты чё? Да, я хочу побывать там, где были Гоголь, где был Лермонтов, где был Пушкин. Ну, эти за границу вроде не выпускали. Давно бы сказал, изгоняли, и невелик расход. Ну, не нравится тебе на фирме, ну и пошли куда подальше. Обратно в библиотеку
Никаких проблем. Ладно, скажи, какие конфеты я люблю? Это ты к чему клонишь, что ли? Ну, какие конфеты я люблю? Ну, да откуда я знаю? Я сладкого вообще не ем. А какие духи я предпочитаю? Ну, я в этом вообще не уроку. Ладно. Какой цвет мне к лицу? Тебе все. Только не короткое. Слушай, ну я ж тебя не спрашиваю, какую я водку люблю, а? Вот какую люблю, такую покупаю. Между прочим, без всяких обид. Ладно, давай тогда вспомним. Так, когда мы встретились, что я тебе сказала, что ты мне сказала? Я таких вещей вообще не запоминаю. Тем более, когда мы с тобой встретились, жениться не собирались. Я и не запоминал. Хорошо. Тогда скажи, когда мы поженились? Месяц, год, ну? Так документ же есть. Ну ладно, скажу. Так, Лёлику 18. Что, 19? Ну ты вроде как слишком беременна за меня выходила. Или не очень? Ладно, пропускаем. Отнимаем 20. А, ты же в белом была. Значит, лето. Бабье лето. Осень. Ну я же помню, что было тепло. У тебя же такие рюшечки были на лице, а? Ты такая симпатичная, но только все время плакала почему-то. Наверное, от счастья. Вот. Вам, женщинам, это важно. Ну а нам-то, мужикам, на... Важно тому, кто любит. Но и остальным помнить было бы тоже неплохо. Хорошо, буду помнить. Не помнить, а вспоминать. Теперь это наше далекое прошлое. Ну что, ну куда ты уйдешь? А ну куда ты пойдешь? Ну хорошо, хорошо, я тебя выслушал. Все понял, осознал, да? Взял внимание. Ну, давай начнем сначала, а? А начало где? Ты знаешь, я нет. Не-не-не-не, я могу начать сначала, но без тебя. А мне-то что делать, а? Я в своей жизни как-то попривык, попритерся. Мне моя жизнь нравится. А меня к моей воротит. Ну вот опять ты все портишь, а? Ну ладно, ну были моменты такие нехорошие, даже гнусные, как бы я сказал. Но светлого-то было больше. Ну вот представь себе, пригласили тебя на званый ужин. Все светлое, музыка играет, столы накрыты. И вдруг подают на тарелочке дерьмо. И съесть-то нужно совсем чуть-чуть и изредка. Или уйти. Вот что ты мне посоветуешь? Съесть или уйти? Уйти или съесть? Что? Да понял я твой намек, понял. Вот. На этой оптимистической ноте мы с тобой и расстанемся. Где у нас спирт был? Тебе зачем? Подтереться. Слушай, ну хоть разведи-то уже, ну разведи. Ты еще пить меня поучи. Закуси. Отстань. Закуси. Не приставай ко мне, лицемерка. 20 лет спала с тобой, а? Стирала, выбирала, готовила. И все это время мечтала, как бы мне изменить. Хуже, как бы меня бросить. Зачем жила со мной, а? Если не любила, не ценила, не уважала. А за что тебя ценить? За то, что ты какой-то высоконравственный, да? За это? Простой я, нормальный. О, вот только нормы у нас с тобой разные. Разные? Я тебя изменить не мечтал. Нет, ты просто изменял. Да ни разу, если по-серьезному. А как по мелочи? Во-во-во-во-во. Вот это я замечаю по себе. На фирму, куда ты меня устроил, пригласили психотерапевта. И вот он у меня, значит, спрашивает. Скажите, а есть ли у вас постоянный сексуальный партнер? Я говорю, нет. Я про тебя даже не вспомнила. Ну какой ты сексуальный партнер? Ты муж. Да ты мне уже сама 100 лет ничего не предлагала. А? Я тебе вообще никакой ласки не вижу. А почему я должна предлагать, а? Да мне не вклиниться между твоей рыбалкой, гаражом, пьянкой, друзьями. А твой секс? А любовь не только секс. Да? Да. Так вот, твой секс занимает всего 5 минут. И те 5 минут ты уделяешь мне всего лишь 1,5 раза в год. Все сказала? Нет, не все.
Цветы. Слушай, а ты цветы мне когда последний раз дарил? Ты мне подарки покупаешь только в нашем магазине, который находится внизу нашего дома. Значит, сначала там была кондитерская, конфеты дарила. Потом стал игрушечный магазин. Вон они, мишки, лисички везде пылятся. Потом стала галантерея, пошли колготки. Не вовремя я тебя бросаю. Там же скоро откроют магазин автозапчастей. Дарил бы мне то руль, то колесо. И за 20 лет мы бы с тобой на машину бы насобирали. Все сказала? Нет, ты себе льстишь. А с меня хватит. Я знаю, кто тебя накрутил. Знаю. Я не понимаю, что ты имеешь. Ой-ой-ой, мы не понимаем, а? Так не вместе. Вот тещу попал, все. Через 20 лет у своего добился. Подло! А кто к тебе в больницу бегал, а? Кто тебе морсы, бульоны, кто тебе носил? А когда тебе вот желудок схватило, у тебя боли были страшные, кто с тобой в шахматы играл, чтобы тебя от боли отвлечь? Кто? Специально приезжала, чтобы посмотреть, как загибаешься. Все не могла дождаться, когда ее доченька начнет новую жизнь молодой вдовой в отдельной квартирке. Подло. А я в демагогию больше не верю. Хватит, прозрел. Еще каялся перед ней лопуха. Любить меня не за что. Да мне только свистнуть. Ты на себя-то посмотри, а? Тебя-то за что любить? Сунься в зеркало-то, а? Что у тебя на голове? Я уж молчу, что в голове. Вечно подкрашенная, в дурацких очках. И все нудишь, зудишь, вечно чем-то недовольна. Я уже забыл, когда ты смеялась в последний раз, а? Повода не было. Да по поводу дурака смеется. Ты попробуй без повода. Вот смеешься, смеешься, раз, и повод появился. Ты чего? Что с тобой? Да что с тобой? Алло, ты меня слышишь? Вот что я вызвал? Воды! Ну что ж такое? Да прекрати немедленно! Прекрати! А? Стой! На! Воды, запей! Тебе нужна? Так я добродушный. Да я привык к тебе, да. Ты знаешь, как старые тапочки. Вот уже вида никакого. На людях одеть стыдно, а? А вот ношу. Выбросить жалко. Старые тапочки? Это я? Ну, образно говоря. И неужели ни один мужчина на меня не позарит? Ой, интересно было посмотреть. Ну, чем ты можешь привлечь мужчину, а? А я привлекательная. Я эрудированная. Я спортивная. Да. И еще... Одного сеанса с психотерапевтом тебе явно не достаточно. А вот все, что мне нужно и что будет у меня в потенции, это мужчина. Да с какой стати какой-то мужик будет тебя обожать, а? С чего бы это? А я мэрю, да как? Все сказала? Нет, еще. А с меня достаточно. Что? А я! Снимай свои дурацкие очечки. Мамочки! Теперь я тебя буду бить. Нет! Я тебе сейчас так... Нет! Твоя мать родная не знает! Решила меня бросить, да?
Уйди от меня, ты кто ты такой, ну? Ну, проси прощения! За что? Что ты мне? Ай, дура! Ох ты! Ой. Да, я собираюсь. Поговорили. Ну, как воспринял? Нормально воспринял. Ну, он просто немножко задремал. Ну, что он, по-твоему, специально, что ли, задремал? Все, все, все. Я собираюсь. Все. Все. Дайте мне, пожалуйста, 5 минут. Ну, хотя бы 5 минут тишины и спокойствия, пожалуйста. Охренели, что ли, по ночам названия? Да что ты орешь? Говори нормально. О, ты не русский. Ну, есть. Куда выехала? Что ты орешь, гад? Сейчас как дам по морде. Чего, чего? Сволочь. Ой. Ой. Тебе какой-то кавказец звонил. Спрашивал, не выехал ли ты. Куда? Туда. Куда приличных баб не посылают. Ой. Что-то все не так, а? Что вообще со мной было, а? Я советую тебе пить меньше и реже. А почему я сплю одетый и на полу? Ну, потому что я вырубила тебя газовым баллончиком. Совсем сдурел. Ты меня бил, я защищалась. По-моему, это равноправие. Ты это брось баллончиком по глазам. Лучше воды принеси. А баллончик у тебя откуда? Фирма родная подарила на 8 марта всем нашим сотрудницам. Представляешь? Как повезло так! И пригодилось главное. Дыши. В библиотеке до такого бы никогда не додумались. Ну и дура. У тебя кураж. Ну завалишь ты в коммуналку к своей мамашке, а? Ну долго вы там с ней протянете в одной комнате? Дыши ее всю... Еще с ее новым мужем, а? Который лет на 20 ее моложе. Куда ты денешься со своим большим чемоданом? К мамочке не собираюсь. Заскочу к ней на пару минут. О, мадам стала самостоятельной. Так много зарабатывает постыдным трудом, что может позволить снять себе квартиру, да? Я уволилась с фирмы. Чем дальше, тем интереснее. И куда теперь? В Пизу! Куда, куда? В Рим. Ну, про Рим-то я понял. Через 4 часа мой самолет в Рим. Оттуда на автомобиле в Пизу! Ой, грубо, тебе не идет. Ой, да чего ж ты темный, а? Пиза, а! Не то, что тебе первое приходит в голову, а совсем наоборот. Это такой небольшой городочек,
в Италии. Там несколько сотен жителей. Тихо, тихо, тихо. Вот, а там еще есть Пизанская башня, которая все время падает. Про башню все понятно. Только поосторожнее будь, когда рассматривать будешь. Вдруг грохнется, а? Да. Тебя и придавит. С 12 века, между прочим, падает. 20-й пропадал, надеюсь, еще и 21-й пропадает. И надолго ты сваливаешь в эту свою неустойчивую пенизу. Ну, сказала же, что надеюсь, что навсегда. Работенку подыскала, да? Нет. Мужа. Кому? Ну, не тебе же. Себе. В Пизе? А что ты имеешь против Пизы? Ничего не имею против этой дыры. Против этих римских высылков итальянского захолустья. Да? Между прочим, в Пизе есть университет. Ой, да старовато ты для университета. Нет. Рухнет твоя башня. И то твои носа не сунет. Да. Ни с кем и словом ты не перемолвишься. Кругом лица до боли все знакомые. Только ж на ты. Точно, точно, я же выучу итальянский. Правильно. О, надо взять с собой. Так, а Пиза, между прочим, на холустье не станет. Там есть еще международный аэропорт. О, по миру попахать захотелось, да? Где ж ты бабла-то наскребешь на такие шалости, а? Ну, ты что, не заметил, что ли? Я выхожу замуж за итальянца. Ну как же? Как же такое можно не заметить, а? Вот итальянцы сплошь народ богатый. Деньги имеют только лишь потому, что они итальянцы. Будешь ты там сидеть такой же однокомнатный, как наша, и трескать макароны, которые ты терпеть не можешь. Макароны и однокомнатный апартамент. О! Это шикарно даже для Италии. И дачки у тебя там не будет. И по гоголевско-лермонтовским местам твой новый муж тебя не свозит. Это не по карману даже итальянцу. Ничего, по дантовски гоголевским паспорт поезжу. А что касается квартиры, то у него и однокомнатной нет. Неужто в коммуналке живет? Хотя Италия, это есть большая коммуналка. Нет, у него замок собственный. Бедняжка моя, он же тебя пахать заставит. Знаю я эти замки. То ремонт, то канализация, то спички, то керосин. Денег же немерено. А в Италии за все платить надо. Жлобская страна. Ничего, туристы платят. Он по замку водит туристов. Посмотрите налево, 12 век, рыцарь дебил в доспехах. Посмотрите направо, 20 век, моя русская жена идиотка, голая в постели. Ты где запала на эту итальяшку-то, а? В брачных объявлениях присмотрел. Оказывается, моя высоконравственная мечтательница-библиотекарша вела планомерные поиски, да? Да, выбирала. И чем же он тебя прельстил? Уж не замком ли в Пизе? Мужчина, который имеет собственный замок, несомненно привлекателен. Низкорослый, толстый, волосатый старикашка. Среднего роста, привлекательный, обаятельный и... Фотками обменялись. Он еще на 4 года старше, младше меня, вот, чем твои старые тапочки. При чем тут мои тапочки, а? Ну, твои старые тапочки, это я. Ты забыл? Нет, помню. Фотками обменялись. Ай. Он тебе прислал какого-нибудь Марчелло Мастрояли, ты себя в 16-летнем возрасте. В римском аэропорту вас обои ждут пренеприятнейшие сюрпризы. Нет, он приезжал в Москву из-за меня. Что? Да. В гостиницу к нему бегал? Стоп. Ну ты проститутка. Баллончик с газом опасен для жизни, ОМОН предупреждает. Да что ты можешь за нас все баллончиком по глазам, а? ОМОН что ли, а? Вот так.
А теперь объясняю. В гостиницу к нему не бегала. Мы были в музее, там, где гарантированно не могла бы тебя встретить. В ресторане были? Нет, еще не были. Жлобка итальяшка. Жениться собирается, а на ресторанах экономит. Да он мне паспорт, между прочим, подарил и билет до Рима. О, а в ресторане-то я была всего один раз. Когда это? И то днем. Слушай, мы как-то с девчонками собрались, скинулись по пятерке. И так хорошо посидели в метрополе, отмечали столетие библиотеки. А теперь, я надеюсь, мой муж часто будет меня водить по ресторанам. И что же он? Такой молодой, красивый, владелец замка. В своей пизе-то никого не нашел, а? Что ж он бабу-то по объявлению разыскивает? А он с детства Россию любит. Вот и хочет жениться на русской. Вот это как раз понятно. Бесплатная рабочая сила. Будешь ему стирать, убирать, готовить. Ну, а все как всегда. Как всю жизнь, но только в Италии. Все-таки смена впечатлений. А ты знаешь, что сейчас в моде женщины из Новой Гвинеи? А вдруг он тебя на папуаску поменяет? Вот так и будет за модой гоняться. Нет. Превыше всего он ценит загадочную, женскую, славянскую душу. Да ему до конца жизни хватит меня одной разгадывать. Да уж не импотент ли он часом, а? Ты не поинтересовалась? А зачем? При его многочисленных достоинствах этот маленький недостаток я даже не замечу. Не верю. Паспорт и билет покажи. У мамы. А, так это все мамочка при... Нет, я уже сама взрослая девочка. Да. Ничего себе. Так, руками уже не трогать, не твое. Ну, это есть, конечно. Да. Значит, тебе не стыдно будет за меня перед Италией? А вот для меня ты так никогда не старалась. А ты мне никогда ничего подобного и не покупала. Вот так. Ну подожди, ты что, серьезно что ли? Я не понимаю, а? Ну, по-моему, это происходит не со мной, не с нами, какими-то с другими неумными людьми. Ну я-то все тоже. Но ты? С тобой-то что произошло? Ты какая-то другая. Ну ладно. Давай присядем на дорожку. Давай. Сначала я ждала от тебя любви. Потом внимания. А под конец хотя бы вежливости. Так а чем я тебя не любил? Ты знаешь, что такое любовь? Это как снежинка, такая нежная, такая хрупкая, такая прозрачная вся. Любовь – это когда обнимаешь человека и заботишься о нем все время. И боишься его потерять, понимаешь? Вот это любовь. И все это ты собираешься обрести в Пизе? Все это я перестала ждать от тебя. Так уезжать тогда зачем? А я хочу спокойствия гарантированного, понимаешь? Да с какой стати? С какой-то пизанский нуль будет тебя обхаживать? С чего ты взяла-то? А у них воспитание такое. Они вообще с детства приучены уважать мать, тещу, сестру, жену, даже собственную жену, понимаешь? Вот результат твоей работы в библиотеке. Женщине нельзя долго жить среди книг. Революционная мысль. А жизнь не похожа на книги. Ха! Ты удивишься, но наша жизнь очень похожа на некоторые книги. А я не верю, что я тебя не люблю. О! А ты меня любишь? Ну не то, чтобы люблю, но и не могу сказать, что люблю. Протарпочки старенькие, я уже все выяснила, да. Бедный. Бедный. А тебе ведь даже и вспомнить будет-то не о чем. Вспомнил. Вспомнил, как женился.
Я тогда чуть-чуть опоздал на свадьбу. Но мы с вечера поздно легли, а потом проспали. Пока встали, похмелиться, рубашка, душ. Сашка рванул за кефиром, долго не возвращался. Ну, ты так вот где-то. Ну. Дай сюда это мне. Мам. Да, я уже выхожу. Ты опоздал. Больше, чем на час. Ну, таких подробностей я не помню. Зато хорошо помню, как теща злилась. Поздравила с через зубы. И ходила всю свадьбу надутая. А разве трудно ее понять? Ты опоздал. Ты даже не извинился. Я беременная, все в пятнах. Родственники кругом. Мне стыдно, тебя нет и нет. И вдруг на тебе. Приехал на такси. Сам выскочил и какую-то еще девицу за собой притащил. Да девица-то вообще ни при чем. Ее Санька где-то подхватил. Ее парень бросил, но он и подобрал. И волок нам на мальчишке, чтоб не скучала. Она Саньке понравилась. Саньке вот он и с собой таскал. Я-то тут ни при чем. Может быть, она понравилась Саньке. Но ей-то понравился ты. Да она мне всю свадьбу испортила. Представляете, сидит посередине сидит он, с одной стороны я, с другой она. Я даже имя не помню. Вот что ты мне какую-то дуру вспоминаешь, вот а? Именно, вот имя не помнишь, а на свадьбу ее приволок. А она красивая, стройная, нахальная, а я вся в пятнах, беременная. Она захотела одеть мою фату. И он снял ее с меня, даже не спрашивая. Она ее нацепила на себя, взяла его под руку. Ну, как мы смотримся? Потом представила, что она беременная. А как мы назовем нашего бэбика? Да встала бы и ушла. А? Вот плюнула бы на меня и ушла. Если ты себя не любила, не уважала, от меня-то ты чего хотела, а? Что ж ты по своим книжкам гордостью не выучилась? Или без мужа рожать неприлично, да? А прилично прыгать в кровать к парню, который тебе в любви-то ни разу не клялся, а просто был выпивший, потому и приласкал, чем положено, больше, чем положено, а? Ты думаешь, мне хотелось на тебе жениться, только лишь потому, что ты беременна? Да я влюблен, ты еще ни разу не был. Столько девчонок вокруг, глаза разбегаются. На тебе, женись! Да еще мамашка все изнылась. И за квартиры женится, и за квартиры. Да мне всего 2 года осталось до квартиры заработать. Да давиться хотелось, а не жениться. Вот я и старался развеяться как мог. Что ж, я должен по-твоему быть несчастным, угрюмым на свадьбе сидеть, да? Я ведь еще на тебе женился-то. Ведь видел, что ты с заскоками. Знал, что ты можешь что-то с собой сделать. Меня потом совесть замучила. Я должен был на тебе жениться, как настоящий мужик. Жениться должен, да, но любить тебя я не должен. Что ты мне эту свадьбу вспоминаешь, а? Мой организм старается забыть ее. Несчастный был день. Ты никогда ничего подобного мне не говорил. И сейчас я сказал. Женщинам нельзя говорить такого. Ладно, чего ж там теперь, собирайся, провожу тебя на такси, а то к нулю своему пизанскому опоздаешь. Бедный, бедный, Господи, я тебя любила, что? А твою жизнь всю испортила. Когда это ты меня любила, да? Смешно слушать, посмотрите на нее. Ой, я тебя любила. Собирайся, то к нулю опоздаешь. Так, нет. Вот теперь я никуда не уйду, пока все не расскажу. Давай, валяй, я послушаю. Узнаешь через 20 лет, что ты был страстно любим, это нечто. Это стоит того. Давай, я слушаю. Ты помнишь, как мы познакомились? Смутно, но если ты имеешь значение, напомни. Да, я же тогда проходила практику в вашем общежитии. И ты пришел ко мне в библиотеку и попросил книги про Болгарию. Ой, я тогда сразу на него обратила внимание. Парень, который мечтает о путешествии. Ну, про путешествие я тебе ляпну. Нет, я сама догадалась, потому что я тоже мечтала о путешествии. Да нафиг мне эта Болгария нужна была. А? У меня тогда была болгарочка такая, сексапильная. Я ее хмурить хотел.
Значит, ты ввел меня в заблуждение. Но все мужчины только тем и занимаются, что водят женщин в заблуждение. А что, я должен был тебе все рассказать про болгарку, да? А чем ты рисковал? Понимаешь, если ты мне честно все рассказал, может быть, и у нас жизнь сложилась по-другому бы. Да я тогда постоянно практиковался с девушками. Тем более, приятно было увидеть в общаге хоть одну, не дуру-то. А ты смешная была. У тебя очечки все время сползали, а ты в последний момент похватывался и ловил их на лету. А я смотрю на тебя и думаю, как часто у нее очки разбиваются, а? А я тогда объездила сотню библиотек, набрала кучу книг и привезла к тебе в общагу. Ну я помню, тогда еще да, не видел. Тебя не было. Я их отдала твоему другу. Ну знаешь, я с болгаркой уехал в Сочи. А я потом ждала. Ну книги-то я тебе верну в конце концов. Я сама за ними зашла. Я же не знала, что у него есть болгарка. Да мы с ней уже расстались. Сразу после Сочи. А ты хоть помнишь, что я зашла к тебе на 5 минут, а осталась до утра? Сразу? В первый же раз? Ну тогда болгарки, наверное, не было. А потом ты куда-то делась? И надолго? На 7 месяцев. И куда? Ну, у тебя же был мой телефон. Да я все телефоны теряю. А я так ждала его звонка. У меня тогда психоз начался. Наверное, из-за беременности. Я все время плакала и худела. А мы что, договаривались, что я позвоню? Да ни о чем таком мы не договаривались. Но ты ведь не сказал, что не будешь звонить. Да кто ж такую девушку-то говорит, а? Никогда не знаешь, будет настроение позвонить или нет. А у тебя, значит, настроения не было. Да просто телефон потерял. Если бы не потерял, может, и позвонил бы. Я сначала была очень счастливая. Я все ждала, а потом поняла. Он меня обманул. Ха, приехали. Обманул. Ведь только что выяснил, ничего не обещал. Но ты же у меня был первый. Предупреждать надо. Я бы не согласился. А потом через мне 7 месяцев заявляется теща и заявляет, у тебя будет ребенок, а? Я просила, ее к нему не ездить. Плохо просила. А аборт почему не сделала? Что? Ты хочешь, чтобы мы... Чтоб я убила нашего Лёлика? Да кто ж нас это будет, наш Лёлик? Я знала! Господи, да. Ну что же это такое? Ну почему женился, а? Мамашка твоя мне сразу не понравилась. Ребенок вообще был по барабану. Ну почему женился, а? Ну, наверное, потому что я тебя любила. Это ты называешь любовью? Нет, моя дорогая. Меня это не впечатляет. Любовь – это талант, как к пению, к рисованию. И владеет талантом далеко не каждый. Ты меня извини, но у тебя этого таланта нету. Да тебе-то откуда знать? Тебе откуда знать? Я тебя любила, а ты никогда никого не любил! 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 Да меня? Так, не будем об этом, все. Не, подождите. Да не хочу. Это было до меня? Не хочу, я что, поднимаюсь со сна. Скажи, ну чего ты боишься? Да улечу, нет, я улечу. Ай, просто не хочу тебя расстраивать. Это было до меня? Нет. Да, тебя. Значит, это было при мне. Господи, ну да, да. Когда? Я сейчас уж и не вспомню. Но Лёлику было 2 года. Это было тем летом. Я помню, ты отправил нас на дачу, а сам долго не приезжал. Господи, я же бегала к каждой электричке. Я тебя ждала. Я сделала себе бусы. Да лето тут ни при чем. Это было и осенью, и зимой, и весной, и летом.
5 лет. 5 лет? 5 лет ты имел любовницу? Я была рядом, а ты имел любовницу? Постой, что ты говоришь, какая любовница? Ничего там не было. Мы с тобой ездили в Сочи. Мы мирились, мы ругались. У нас был Ёлик, а ты имел эту любовницу? Да не имела никого, успокойся ты. У любовницы любовница. Так получилось. Ну и как же протекала ваша любовь? Да никак особенно. Просто старался почаще, подольше быть с ней рядом. Выходные возненавидел. 2 дня ее не видеть. И эти 2 дня боялся, что никогда больше ее не увижу. Вдруг уедет. А мир такой огромный, непонятный. И от меня ничего не зависит. Но какое было чудо в понедельник снова ее увидеть, а? Между нами мелькал какой-то лучик, но правда очень хрупкий. Я помню. У тебя тогда была высокая температура. Ты весь опух, но на работу поехал. Из-за нее, да? Да. И что? Вы встречались? Ну, 1 раз. Ну, рассказывай! Да что рассказывать-то? Давай. Метро увидел ее ненадолго. А как протекала ваша любовь? Вы где-то были, вы что-то делали вместе, ну! Нет, просто 1 раз проводил ее домой. Ну? Она жила в Мытищах, но плохо себя чувствовала. Вот я и предложил. Мы приехали, она пригласила зайти. Кстати, она живет в деревянном 2-этажном доме, 4-квартирном. Затопили печку, пили чай. Помог сынишке по математике. Простейшую задачку не мог долго решить. Она все смеялась над нами. Они с сынишкой постоянно друг друга подразнивали. А потом мы смеялись. Ох, как мы смеялись. Вот я не помню, правда, о чем, но так много. Я никогда не смеялся. А когда закончили смеяться, то что? Домой пошел. Но не сразу. Долго бродил по городу и думал. И вот тогда я понял. Если еще раз ее увижу, останусь с ней навсегда. А утром уволился и ушел, не попрощавшись. Не стал рисковать. И что, больше ни разу не виделись никогда? Да видели же, в метро недавно. И что, здравствуйте хоть сказали друг другу? Ну, не то чтобы. Ага, то есть увиделись? Сказать друг другу нечего. Вот так вот и разрушилась ваша иллюзия. А под этой иллюзией погибла и наша с тобой жизнь. Да двери закрывались, когда я ее видел. Она стояла и смотрела на меня. А когда наши глаза встретились, она бросилась к дверям, пыталась их открыть. Я тоже бросился ей навстречу. Но мы не смогли. Поезд ее увез, как она плакала. А я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что ты не бросил нас с Лёшком. Я все понимаю. Я даже по-игрушечному сбегала в свою библиотеку. Помнишь, у нас там даже кроватка стояла для Лёлика. Книги защищали меня от твоей нелюбви. Но когда ты вечером приходил за нами, я понимала, как ты мне дорог. Семейная жизнь даже в Пизанской башне падает, падает, но, похоже, никогда не рухнет. Кто знает, твоя случайная беременность, наша непредвиденная свадьба, твои ссоры и обиды, мои пьянки, гулянки, чаяния и желания, может, это и есть судьба, которая так загадочно связывает мужчину с женщиной. Семья многое перемалывает и выдерживает.
или разрушается. А мне будет без тебя плохо. Не сейчас, но так плохо. Так никогда в жизни не было. Ты опоздаешь. Улечу на следующий. Когда следующий? Не знаю.